Теперь, когда русские немцы дерут друг с друга три шкуры на музейном острове, и у меня появилось немного времени. Я отправился на Опернплац, к месту заточения Швайгера. Меня послали его убить, а я пытался спасти его задницу. Забавные шутки откалывает жизнь.
Mache schnell. Mach ich doch immer. Тебя ранили? Давай я посмотрю. Нет времени. Русские наступают. Ты должен их остановить. Я поправлюсь. Но мне нужна информация. Останови их. Если у тебя ничего не получится, мы трупы.
Штурм закончился. Мы были в безопасности на какое-то время. Спасибо, что спас. Но боюсь, что все это было... напрасно. У Вольфа есть план. Фау-2. Табун. Табун? Где это? Не... не место. А что это? Что такое табун? Скажи мне! Разведка ошиблась насчет Швайгера. Интересно, что еще мы неправильно поняли? Или точнее, что еще мы не знаем? Например, табун. Что это за штука? И в чем заключался план Вольфа?